Он элегантный и современный, порой кажется немного дерзким. Мы думаем, что все знаем о нем, но ошибаемся в этом. А он становится технологичным и свысока посмеивается над нами. Но мы любим его за это и хотим обладать им. Встречаем новую модель WS11. Мы привыкли к тому, что стриперы серии WS от компании КВТ часто эволюционируют. Они становятся лучше и продуманнее, а значит, удобнее в работе. И сегодня мы рассмотрим автоматический многофункциональный стрипер модель WS11. В инструмент встроен модуль CatPro, известен нам по моделям WS12 Jaguar и по моделю WS08. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали. Они позволяют сделать рез чистым и аккуратным. Инструмент снимает изоляцию и режет провод с сечением от 0,5 до 10 мм квадратных. Губки захвата шириной 13 мм позволяют снимать оболочку с плоских проводов. Благодаря этой ширине изоляцию можно снимать сразу с нескольких проводов. Встроенный регулятор длины снятия изоляции и винт микронастройки позволяет настроить инструмент на снятие изоляции с провода с сечением от 0,2 мм квадратных. Направляющие предохраняют инструмент от разбалтывания, а лезвие от перекоса. Для увеличения ресурса работы в инструмент встроены две возвратные пружины. Для того, чтобы инструментом было удобнее работать и он хорошо сидел в руке, ширина, форма и поверхность рукоятки претерпела изменения. Если вам необходимо опрессовать неизолированные наконечники, к примеру, автомобильные клеммы, использовать пассатижи в данном случае не обязательно. Модель WS11 оснащена специальными матрицами, которые помогут справиться с данной задачей. Маленький бонус – это петля, которая предназначена для подвешивания инструмента на карабине или размещения инструмента на рабочем верстаке. После того, как вы возьмете WS11 в руки, вы оцените все преимущества нового поколения стриперов.